Когда я начал открывать русскую литературу, там были специфические элементы, которые меня просто поражали. Ну, начнем с «Войны и мира». Это роман Толстого. Там как народ страдал, там паника, там массовые убийства, это огромные битвы, это и город Москва горит. Потом в это время я очень интенсивно занимался историей нашей гражданской войны и войной. И там тоже вот то же самое я видел. Вот город Атланта горит, там народ страдает. Но там огромные разницы есть, естественно, связанные с сложностями нашей истории, как Юг проиграл и правильно проиграл войну. Но все-таки я видел, что вот именно в таких экстремальных условиях люди себе задают вот очень нужные и интересные вопросы, включая в том числе и моральные вопросы. Так что вот это меня очень интересовало, потому что когда я в молодости, эти проблемы меня очень волновали. Но по разным причинам, по чисто личным причинам, но все-таки они очень волновали. Так что я в молодости начал увлекаться русской литературой, как совершенно другое измерение, но в определенном смысле это было для меня очень близко. Я нашел, я чувствовал, что это мне очень близко. И потом, ну там были кое-какие курсы по русскому языку в этом университете. Там определенной программы не было, просто отдельные курсы. Это для меня поворотный пункт. Я считаю, очень плохо, что сейчас такие программы почти больше не существуют. Меньше занимаются русским языком. Но в то время, это было в начале 60-х годов, стали очень интенсивно заниматься русским языком. Потому что Гагарин, вот там «Спутник», и слава богу, что были такие скромные курсы именно в университете, который вообще не занимался и сейчас не занимается этим. Это было вот Johns Hopkins University. Это один из крупнейших университетов в нашей стране, но в основном для естественников. Там были гуманитарии, но известные, искусствоведения, так, но там был довольно узкий профиль. Просто удивительно, что были курсы по русскому языку, так что там профессора не было, просто доцент, без доктората. Это просто удивительно. Университет, который вообще не занимался русским языком, но там были отдельные курсы. Сейчас таких программ просто нет. Их закрыли. Но в то время это и начал заниматься русским языком, это для того, чтобы создать свое пространство. Потому что я не хотел стать врачом, и в основном это университет, я немножко преувеличиваю, но в основном для будущих врачей или специалистов по естественным наукам. Я интересуюсь русской литературой, вот здесь курсы по русскому языку, давайте вот сейчас я попробую, я буду этим заниматься. И как-то что-то там не было вот много студентов, желающих, я был единственный студент в курсе. И для меня это меня все немножко успокоило в душевном смысле, что никто не форсирует, я могу вот... Но! Через два года я уже все, курса больше не было, так что надо было решить, если продолжать, тогда надо было вот перейти в другой университет. Так что я нашел университет на юге, хотел в Луизиане, в Новом Орлеане, где я никогда не был. Но для меня это экзотика, и мой отец не из Нового Орлеана, но из Луизиана. Так что я хотел убить двух зайцев.
И я сказал, ну, я туда перееду. И это было так, что я окончил Тюленский университет в Новом Орлеане. И там тоже была маленькая программа. Слава богу, эта программа еще существует. По русскому языку, по русистике, можно так сказать. И вот я просто влюбился в Новый Орлеан. Это было очень-очень приятно. Хорошо, хорошая, это очень интересная городская среда, культура. Что тоже была хорошая подготовка для России. Французская культура и другие культуры. И продолжал читать русскую литературу. Еще в основном переводе, но занимался русским языком. А потом получил стипендию, очень престижную, в Калифорнийский университет, в Беркли. Одна из лучших программ по славистике в Америке. И сначала мне очень сложно было, потому что мое знание русского языка не было на уровне других студентов, но я очень просто трудился, мне получилось. А почти все другие, они отпали, они потеряли интерес к этому, а я держался. Вот это было для меня огромное благо, вот, учиться в Калифорнийском университете. Там аспирантура была на наивысшем уровне. И там был Глеб Петрович Струва, он преподавал такие корифеи. Это было... А потом преподавал в Гарварде и понял, что Беркли для меня – это более подходящая академическая атмосфера. И связи с Югом, ну не то, что я их потерял, но мало об этом думал. Но все-таки это как... Это юные годы, когда я начал, это было вот, это было самое важное. Без этого интереса, без этой любви, без этого увлечения я бы не стал заниматься русским языком. Это просто ничего в моей культуре, ничего в моей среде не подготовило меня к этому делу. Но мой личный интерес и это параллели, которые я видел между очень сложной историей американского юга и историей России, это для меня было достаточно. Это был огромный толчок. Так что здесь в моей карьере очень много неожиданного, очень много, так сказать, случайного, кажется. А на самом деле логика есть, но в то время эта логика не совсем видна была. Много случайного, можно сказать, в моем развитии, в развитии моего интереса к русской культуре. Так что, как южанин, это играет вот большую роль, но это не все, это далеко не все. Но то, что я сейчас преподаю уже больше 30 лет в этом же университете, в Новом Орлеане, это тоже случайно. Это абсолютно случайно. Я не хотел туда. О, тоска по родине. Нет, ничего подобного. Просто было, когда мой стаж в Гарварде, как младший профессор, когда он закончился, это было единственное место, где работа была, как ни странно, совпадение. Ну, так что не скажу, что это лучшее место, но тьфу-тьфу-тьфу, все-таки там хорошая база для меня. Это так и получилось. Здесь, в России, у меня, вот, ну, как вы знаете, я здесь бываю почти половину каждого года. Так что, но эта база мне необходима в Америке для работы, для своей работы. Но сейчас у меня, как всегда, не один проект, но мы с моим московским издателем делаем книгу о Чухломском районе в Костромской области. Там спонсоры нашлись.
Они знают о моей серии, о моей работе с Митуричем. И вот не хочу, я немножко суеверный человек, сейчас не хочу довольно много говорить о книге. Когда она выйдет, может быть, сделаем еще репортаж. Но фотосъемка, это уже факт. Я уже обработал, я сделал около 2000 фотографий в конце мая, в начале июня в Чухлобском районе. Уже обработал 500. Там восстанавливают дачу, так называемый терем. Терем, который богатый христианин, отходник оттуда, работал, разбогател в Петербурге подрядчиком. Вернулся в 90-е годы в родной край, уже в старости. И там построил огромный дом, деревянный дом, но в столичном стиле. Это как загородный дом, в ропецком стиле. То есть это псевдорусский стиль. Это не изба. И он это построил в лесу, тогда были вот много деревень. И это просто удивительно, что он там создал. Потом он скончался в 1914 году, и после революции его супругу, ее выгнали оттуда, и дом был под замком до 1942 года. И во время войны сельские вот, административные вот, учреждения, они туда, ну, просто открыли дом для них. А потом они оттуда все ушли в начале 70-х годов. Когда все эти деревни, ну, начали их закрывать. Была такая политика в 60-е годы. Там бесперспективные деревни, надо их просто, надо оттуда выселить людей, потому что все равно они уезжают. И это в основном и социальный процесс, и демографический процесс, и политический процесс. Так что это начало массового ухода из деревень после войны. Со временем они все эти деревни обезлюдили. И вот такие огромные постройки, они обрушились. Ну вот этот терем трехэтажный, деревянная постройка, она вот все-таки стояла, но все хуже и хуже. Последний житель этого села, деревни, из этой деревни, она уехала в соседнюю деревню в начале 90-х годов. Она все еще жива, кстати. Но дом продолжал разрушаться. Общественность, ну, 10-15 лет назад, там кое-какие люди там Чухлами и в Костромской области, они подняли тревогу, это уникальный памятник, действительно так. Надо спасти, и, наконец, нашелся вот, молодой инвестор, и он начал этим заниматься. Александр Попов, ведущий крупнейший реставратор, специалист по деревянным постройкам. Он разобрал дом и сохранил то, что можно, воссоздали вот его мастера, то, что надо было, точная копия, и вот они, сейчас дом уже заново стоит. Так что это одна тема, а другая неожиданная тема, вот это церкви, и особенно одна церковь, в селе Коровье. Там раньше было название Верхняя Пустинь, потому что в 14 веке преподобный Авраам Городецкий, святой, его очень почитают в этом регионе. Он создал 4 монастыря, и один монастырь остался, другие закрыли при Екатерине.
это церковная реформа Екатерининской эпохи. Но один остался на берегу озера Чухлома. Но вот здесь была, был монастырь, но его закрыли при Екатерине. Деревянные храмы остались, а потом приход решил построить кирпичный храм во имя одного из этих деревянных храмов. Это храм Собора Божией Матери. Вообще Авраамий Городецкий, преподобный, очень любил, для него самое главное – это Богородица. Это праздники во имя Богородицы. И Собор Божией Матери – это довольно редкое все-таки посвящение. Ну вот так название. Так что они построили этот кирпичный храм в конце 18 века. Александр I со своей супругой, они там были на обратном пути с Урала в 1824 году. Так что это год перед смертью. Так что это как-то роковое место, можно так сказать. Потом был пожар в 90-е годы, и перестроили в начале 20 века, и обновили роспись, то есть заново создали роспись. Уникальная роспись в ренессансном стиле, но после революции вот, долго не закрывали вот, храм, а в 37-м закрыли, и после этого просто типичный процесс разрушения. Но остатки росписи до сих пор там сохраняются. И это просто феноменальное произведение искусства. Так что это новое открытие. И об этом пишу и публикую, не только в книге. Так что эта книга и проект около книги уже, во-первых, для моего архива, который, как вы знаете, входит в Национальную галерею искусств в Вашингтоне, National Gallery of Art. Так что вот фотографии, вот это архивное дело, существенное. Со временем я думаю, что разместим по интернету. А публикации, электронные публикации и книга в моей серии «Открывая Россию». Так что это, так сказать, пакет. Можно сказать, что это один проект. Вот есть и другие вот места, сейчас немножко преждевременно об этом думать, но главное сейчас у меня более-менее пока стабильное рабочее место, так что я могу вот сосредоточить внимание именно на расширение своего архива и для продолжения своего проекта для российской газеты, вот RBTH. Как вы знаете, сейчас недавно вышла 153-я статья в этой серии, и скоро выйдет 154-я, именно о церкви в Корове, о которой я только что говорил. Очень сложное время во второй половине 19 века. Подъем русского национального настроения, можно сказать. Панславизм, там все эти споры, Достоевский, Данилевский, они все... Что судьба России? Да. И какой стиль у нас? Какие искусства? Где наш характер? И там много об этом писали, в основном в городе, критики об этом писали. Не деревенские жители, но думали. И Толстой, там было масса проклятых вопросов, что с крестьянством, почему беднота, что мы будем делать, почему народ не умеет читать и так далее. Там была масса проблем вокруг вопроса о судьбе России. Так что этот подъем была политическая сторона, была вот мрачная сторона, там крайне националистическое настроение. Но в архитектуре вот это псевдорусский стиль, вы видите даже в центре Москвы, там городская дума, сейчас это музей. Да. А все эти вот это отражение
Кремля или что-то там разные вот элементы вот из русского средневековья. И, так что во второй половине вот 19 века, а вот этот ропецкий стиль, это был вот один из элементов этого направления. А терем в Осташове — это просто лучший сохранившийся пример воплощения этого стиля. А церковь в Корове, там другое явление, это ренессансном стиле, что он именно там создал такую ренессансную галерею внутри сельского храма. Хотя не типичный сельский храм, это величественный стиль. Потому что там губернский архитектор Воротилов построил. Так что вот это интересное смещение городской культуры на высоком уровне с деревенской средой — очень интересное явление. Там неожиданные столкновения, можно так сказать. Так что вот дом в ропецком стиле, деревянный вот терем, трехэтажный, в лесу, в глубоком лесу. А, на самом деле, вот эта работа разбогатевшего крестьянина разбогател в Петербурге, в городе, вернулся в деревню. Так что это вот движение в 19 веке было очень продуктивное. Это отходники, например, они работали в городе, возвращались в город с новыми мотивами. Это даже народный стиль, так, в кавычках, постоянно менялся в течение 19 века, когда эти плотники, они возвращались в деревню, они стали воспроизводить. Это даже видно вот в Кижах, кстати. Там резьба, там чисто барочные детали, потому что все эти плотники, то есть мастера, они в основном работают там, где деньги, в основном в Петербурге, ну и в Москве, но особенно в Петербурге, потому что там был строительный бум. Они там могли вот за год заработать просто баснословные, относительно говоря, вот суммы. Они могли бы купить стадо коров. Так что вот это очень интересное отношение между городом и деревенской средой в 19 веке. И вот этот терем в лесу в Осташове — это одно из явлений. Так что, можно сказать, это просто аттракцион, а с другой стороны, это явление, которое заставляет думать именно не только о связях, но о потерянных связях между городом и деревней в России. Да. Ну, у нас сейчас время такое, мы ищем связи, новые связи. Да, да? Совершенно верно. Пытаемся искать ресурсы для восстановления. Абсолютно верно. Да. Абсолютно верно. Я согласен. Уильям, спасибо вам большое. Да. Я, наверное, должен напомнить, что вашу книгу можно купить, как последнюю, которая называется, крайняя, точнее. Да, архитектура на... Architecture of the Russian North. Да, да. Photographing Architecture at the End of the Earth. Photographing the Russian North. Да, да. Я все перепутал, как обычно. Нет, ничего. Да, по-видимому, опять получили вот экземпляры. Они есть в Москве. Вот. Да. Мы под видео дадим ссылку. Спасибо. Вот, как обычно. Спасибо. Да, очень жалею, что на Западе, хотя есть любители этой книги, но в печати вот об этом не пишут. Сейчас такое напряженное время, и я просто думаю, что нет желания в столичной прессе, так сказать, писать о русской культуре. Я очень жалею, но я все это вижу. Но я стараюсь, мы все-таки продвигаем эту книгу, и надеюсь, что она будет пользоваться хотя бы скромным успехом в России.
мы со своей стороны попытаемся как можно шире это дело. Да, спасибо. Спасибо. Это наше общее дело. Конечно. Да. Вам спасибо.